Спорт и правильное питание – неотъемлемые части здорового образа жизни. Интенсивные тренировки дают большую нагрузку на тело и требуют расхода энергии. Чтобы поддерживать организм и не наносить вред, нужно соблюдать некоторые правила. Сегодня рассмотрим 5 самых главных советов. Первое и самое главное правило – пить достаточное количество воды. Взрослому здоровому человеку необходимо выпивать в день 35 мл на килограмм массы тела. В среднем это 2 литра. Для того, чтобы не забывать пить, вы можете использовать специальные программы для телефона. Они будут уведомлять вас, когда пришло время выпить очередной стакан воды. При тренировках особенно важно не допустить обезвоживания. При интенсивных нагрузках организму важна поддержка извне. Существуют специальные мультивитаминные комплексы для спортсменов, которые содержат дополнительные дозы калия, кальция и магния. Это необходимо для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Во время тренировок организм теряет не только воду, но и соли. Нехватка натрия может привести к серьезным последствиям. Особенно это актуально в жаркую погоду. Не стоит игнорировать изотонические напитки. Они представляют собой водный раствор электролитов тела. Хлориды кальция, магния, натрия и калия. Оптимальный выбор – готовый к употреблению продукт в бутылках. Соевое молоко очень полезно после тренировок. Оно является альтернативным источником белка и кальция в организме. И оно усваивается гораздо легче, чем коровье. Во время сильных нагрузок важно помнить о насыщении и поддержке организма. Не допускать истощения. Выход – употребление протеиновых аминокислот в комплексе. Лейцин способствует усваиванию белка. Валин важен для центральной и вегетативной нервной системы. Изолейцин отвечает за уровень протеина. Также прием с пищей нормализует показатель глюкозы в крови и выработку серотонина – гормона счастья. Перед тренировкой необходимо поесть. Яблоко, груша или банан обеспечат стабильный уровень сахара в крови и помогут вам оставаться энергичным на протяжении всей тренировки. А вот слишком плотная пища в больших объемах, наоборот, повредит. Кровообращение будет направлено на переваривание съеденной пищи, и тренировка будет менее эффективной.